Всем привет! Вы на канале Черничный хутор. Канал о том, где молодая семья переехала на старый хутор в лесу. Сегодня я буду заниматься опять отмосткой. И буду заниматься только ей, пока не страчу весь песок, который лежит перед домом. Я съездил на поле, насобирал самых ровненьких камней. Вот таких вот. И сейчас будем заливать отмосточку. Чтобы был один дизайн, как у нас вокруг туалета, вокруг колодца. И будет то же самое вокруг дома. Это будет и красиво, надежно. И дом прослужит долгие годы. А что вы там делаете? Ой, боремся с козой. Мы ей копытца обрезаем, чтобы у нее в будущем не было искривления копыт. Вот смотри, это мы только что обрезали, это такое было. Уже да, такие позагибались большие, да? Да, и мы вот сейчас быстренько поисправляем ей, чтобы в будущем... Но зато у нее не будет искривления даже не то что копыт, даже ноги могут искривиться. Полежи чуть-чуть. Тебе же больно не делают. Если бы они по асфальту бегали, то может стерли бы. Да, мама зовет маму. Ничего, полежи чуть-чуть. Ваньку научил правильно ее держать. Угу. Теперь Ванька держи задние ноги, я передние сам. Угу. Одну переднюю можешь подержать вот эту? Угу. Держи. Ушки, какой-то некрасивый. Ну потерпи. А силы сколько у нее? Ты, сынок, на шею ей дави ногой, вот так, чтобы она не двигалась. Да, да, да. Вот так. Даже можно вот эти пяточки обрезать, смотри. Угу. Вот эти, оп. Ровно. Чтобы она ровная, угу, плоскость была. Угу. И ей не больно, да? Нет. Угу. Ваня что-то писался от страха. Нижняя. Последняя осталась, отпускаем ее.
Жалеет. Да, Злата, жалеешь свою доченьку. Боже, сиськи какие у нее. Я надеюсь, будут большие, не такие кузаты мелкие. Ты, Ваня, любишь тоже большие цицки? Ой, они, у нее уже молоко течет с них. Да? Да. Вот. Это у козочек тоже. Это какая-то ерунда. Это не молоко. Это типа молозиво какое-то, да? Да. У овец тоже почему-то так. Угу. Пускай беги. Все, отпускайте. Угу. Понятным причинам. Все отдыхают у нас, да? Друзья, я не знаю, как мы жили без этой морозильной камеры. Самое главное, жили как-то, а сейчас она вообще у нас полная. Слева лежит в основном все, что для собак. И справа маленький отдельчик, все для нас. Мы ездили недавно в деревню, и нам дали вот 6 вот таких уток. Поэтому сейчас... У нас будет через каждых 3 дня будем готовить утку. Больше всего мы любим утку, запеченную в духовке, в пакете. Вот. А здесь у нас нет, печка сейчас не работает, да? Да. И духовки у нас здесь нет. Поэтому будем что делать? Тушить. В чугунке? Да, хочу в чугунке сделать. То есть, получается, мы сейчас обжарим ее на сковородочке. В сливочном масле. Угу. Вот так вот, да? Да. Уточка, ей всего лишь 2 месяца. Она такая уже жирно гуляла. То папа хорошо их вырастил. Пока мы здесь баранов растим, он нам уток растит. Ну вот, уточку складываем в чугунчик, кидаем листик, один, два, сыпем, три, так. Тут у меня такие специи для мяса. И посолим. А вот это еще один. Уже последнюю выложила уточку. Вот мы еще это посолим. Вот. Вот и все. И следующий слой. Где-то у нас лучок. Лучок. Вот так все засыпаем. Вот все. Они должны быть такие золотистые, вкусные. Ну все, засыпала я все. Осталось залить водичкой. Заливаю водичкой. Так, чтобы мясо в воде было. Оно потом выкипит. Вот так вот. Можно даже еще что-то. Все. Чугунок ставим на газ. Ну что, пока Валентина запекает уточку, затушивает. У меня первый замес. Горбачеву нравится. А тебе? Это уже ловить ему, он храпит.
И кого это наша пчелка споймала? Пчелка! Споймала сама. Женка, отойди, дай. Дик. Дик, а мне отдашь? Моей руке отдашь, Кость? Отдашь руке мою, Кость? Отдашь? Давай, Кость. Дашь? Давай заберу у тебя. Горбачев решил ему на жопу лечь. Можно было бы, конечно, дико отругать за это, но тогда они его вообще, звери, не будут ни во что ставить. Если они будут у него еще еду забирать. Все-таки он главнее.
Миш, я уже не могу. У меня вот сколько грязно. Разреши мне покупаться, пожалуйста. Идите, купайтесь. Прям вот сейчас вот можно идти. Угу. Идем. Ванька, идешь купаться? Да. Сейчас окунусь и сразу назад. Здесь уже по пояс воды, так бы было так. А сюда бух! О! Здесь глубоко! Смотри, что я поймал! В нору! В норе был! Это классная новость. Это обалденная новость. Я уже думал, помните, они вылазили на берег? Я думал, они все сдохли. Я норку только что под ногами нашел. Класс, живые раки у нас. Конечно, рак живой. Заведи-ка, Ванька, заведи-ка к себе, он тоже хочет покупаться. Друзья, тут канавы обкосил трактор. Они в любом случае не будут это забирать. Тут и полынь, и колючка, что здесь только нет. Ну, в общем, корова такое может и есть не будет, но козе это просто лакомство. Заберем. Ну, в любом случае, я в этом году больше уделял внимание дому. Заготовить сено много не успел. Придется немножко докупать. Докупим. Но здесь такой вот это настоящее разнотравье, видите. Полынька, конюшина, все есть. Налетели. Димка, съедают сено. Причем посмотри, что они выбирают. Вот такое, что вообще никто не ест. Полынь. Ну. Эту вот всякую ерунду они козы больше всего любят. А. Полынь, видишь? О, на. Это же такие любимые их не трава. Такой не купишь. Они не дадут сено разгрузить. Как голодные какие-то. Алёш, принимай. Кто не закидывал сено в детстве, у того не было детства. А кто закидывал, у того было несчастливое детство. Ну и как всегда по традиции, вечерком у нас идет замывание.
белый камушек так красиво среди красного от серого, да, смотрите. Оп, желтенький, красненький, беленький. Валюш, будешь помогать мне? Да. А может, я сам? Или тебе больше нравится? Я люблю замывать. Они так все отличаются, да? Да, классно. Цветами. Ты знаешь, я думал, туалет будет круто из-за того, что из одного цвета. И из-за того, что он гранитный. Угу. Ну, классно, конечно, что они там ровненькие, все плоские. Но это мне тоже нравится. Обычные полевые камни полей. Не хуже, даже еще и лучше. Не успокой. Так, друзья, на сегодняшний день у нас отмостки 22 метра. Много, правда? А теперь я вам скажу, что нам осталось еще 27 метров. Вот. Не больше 2-3 метров в день иду. Вот так вот.